Чтобы не допустить распространения коронавируса, на Первоуральском новотрубном заводе ввели особые меры. Большинство сотрудников отправили домой трудиться удаленно. На этой неделе работать продолжают лишь те цеха, остановка которых невозможна. Операционный директор трубного дивизиона группы ЧТПЗ Алексей Дронов призвал соблюдать правила особого режима. Сотрудников, которые сейчас находятся дома, без необходимости не выходить на улицу и не посещать людные места. На самом предприятии приняты все необходимые меры для безопасной работы. Проводятся дополнительные санитарные обработки помещений, выдаются средства индивидуальной защиты. Фельдшерские пункты и медицинские центры работают в режиме повышенной готовности. Завод имеет достаточные запасы сырья и деталей для снабжения производства – а также хороший ресурс работы, станов и оборудования. В нашей славной истории было много разных вызовов и кризисов. Это и период Великой Отечественной войны, и кризиса 2008 года, когда на пике наших инвестиционных проектов мы столкнулись с экономическими вызовами. В новейшей истории, в период санкций, мы смогли быстро импортозаместить особо важные заказы для нефтегазовой промышленности. Все это стало возможно только потому, что у нас имеется профессиональный коллектив, и каждый на своем месте честно выполняет свою работу. Я уверен, что вместе мы пройдем все кризисы. Я желаю всем здоровья и оптимизма.